Доброе утро! Рубрика «По вашим письмам» готова поделиться парой полезных консультаций. В студии Наталья Гейчик. Вот какие письма обсудим сегодня. Алексей Владимирович Колчин задает вопрос. Убрали остановочный комплекс на улице Подольской. Куда можно обратиться, чтобы его там сделали? Остановочный комплекс на этом пути движения общественного транспорта предусмотрен. А вот о конкретных сроках его организации там пока говорить не приходится. Там пока еще стоит торговый павильон и есть крыша в этом торговом павильоне. Он будет демонтирован, видимо, до конца этого года. Дальше нам только стараться его установить уже остановочный павильон там, но тоже это не ранее 2014 года. Следующий вопрос от Алены Шишкиной. В школе выдали учебники, не имеющие никакого потребного вида. Рваные, разодранные. Какой срок службы учебников? Кто должен их восстанавливать? Срок службы учебников есть, не более 4 лет, а за их внешний вид отвечает тот, кто перед вами, Алена, пользовался весь учебный год ими. Состояние учебника – это, скорее всего, традиции образовательного учреждения, традиции ухода за теми вещами, которые вы берете в пользование. Да? То есть, если вы берете какую-то вещь на прокат, вы понимаете, что вы ее получили в хорошем состоянии, и в хорошем состоянии должны вернуть туда, откуда взяли. Точно такую же культуру отношения к учебникам надо воспитывать и у учеников. Если в библиотеке есть учебники и, возможно, замена, это все легко решается в образовательном учреждении. Если у вас есть вопросы в рубрику «По вашим письмам», задавайте их. Это можно сделать по телефону или по электронной почте. Координаты внизу экрана. Берегите себя. До встречи.